Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Точечная дипломатия. Александр Лукашенко провел заседание Совбеза. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Какую встречу анонсировал глава государства? Истинное мужество обнаруживается во время бедствия. Но я на колени упал, увидел ноги соседа. Все начал вытаскивать, вытащить в подъезд. На Минской жильцы спасли человека из горящей квартиры. Как это было? Дотянуться до мечты. Президентский спортклуб проводит онлайн-конкурс. Самое главное – заснять упражнение и запустить его в Инстаграм. Кому достанется iPhone и PlayStation. А также молочная страна, неудачный разворот и ветреный прогноз. В Беларуси на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Союзники должны сплотиться. Президент провел заседание Совета Безопасности. Главные темы – функционирование экономики, стабилизация внешней торговли и политическая деятельность. В числе приглашенных – глава профильного ведомства, все губернаторы и помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы. Не обошлось без разговора о ситуации в Украине. Александр Лукашенко акцентировал, на переговорах по мирному урегулированию должна прозвучать и позиция Беларуси. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет, мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. Белорусский лидер уверен, помимо развития и укрепления связи с дружественными странами, важно искать перспективные направления и активно использовать точечную дипломатию. Глава государства поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке и проанонсировал переговоры с Владимиром Путиным. Герой нашего времени. Накануне на Минской 79 горела квартира. Хозяин из пылающего жилища еще до приезда сотрудников МЧС вынес сосед. Сейчас пострадавший в больнице, он получил ожоги. О настоящих мужчинах. Ольга Васенда. Артем Ромашкин даже подумать не мог, что станет настоящим героем. Неожиданный стук в дверь застал молодого человека за обеденным столом. Тревогу забил сосед с третьего этажа. Оказалось, горит квартира напротив. Я выбежал в подъезд. Мы с ним открыли дверь. Он, наверное, вдохнул дыма и побежал на улицу, двери в подъезд открывать. Но я на колени упал, увидел ноги соседа. Все начал вытаскивать, вытащили в подъезд. Мне потом уже сосед помог его на улицу вытянуть. Огнеборцев вызвала девушка молодого человека, пока он спасал жизнь соседа. Сообщение поступило в 14:41. По прибытию расчетов из окна первого этажа уже вовсю валил дым. Спасатели за считанные секунды укротили пламя. К тому моменту, благодаря мужеству Артема Ромашкина, пострадавшего уже забрала скорая. Если бы мужчина растерялся или не рискнул заглянуть в горящую квартиру, чем бы закончилась эта история, неизвестно. Черные окна, закопченный потолок и обгоревшая проводка. И так на нескольких этажах. Больше всего, конечно, пострадал первый. Обуглилась и деревянная дверь квартиры. В злополучной квартире живет пенсионерка с сыном. Жильцы уверяют, это те еще любители и выпить, и покурить. А последствия такого поведения обычно не заканчиваются хэппи-эндом. В результате которого огнем повреждено некоторое имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина пожара на данный момент выясняется. Сколько жизней унесли, казалось бы, случайные совпадения. Но у всего есть логическое объяснение. Кто-то не затушил окурок, кто-то заснул сигаретой в руках. И это про культуру курения. В подтверждение статистики. В Бобруйске за 4 месяца произошло 36 пожаров. 9 человек спасли, 7 погибли. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360. Ударный маневр. На пересечении Ульяновской 50 лет в ЛКСМ столкнулись иномарки. Авария произошла около 16 часов. Водитель Volvo, как сообщается, при развороте не уступил дорогу встречному Volkswagen'у. В результате удара повреждены обе машины. У немца полностью смят перед, в копеечку влетит и ремонт шведского кроссовера. Никто не пострадал, ГАИ проводит проверку.
Современные технологии, благая весть и детские вещи. Беларусь расширит список социально значимых товаров. Как это повлияет на сумму в ценнике? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Производство молока в Беларуси за пятилетку планируют увеличить почти на 2 миллиона тонн, практически на четверть от нынешнего объема. Достигать цели будут за счет модернизации отрасли животноводчества, строительства, реконструкции молочно-товарных комплексов и внедрения современных технологий. Ставку делают и на новые рынки сбыта. В стране расширят список социально значимых товаров. Такое решение анонсировало правительство. Речь идет в первую очередь о детских вещах. Это значит, что цены на одежду и обувь будет регулировать государство. Для приемлемой стоимости на магазинные полки снизят торговую надбавку и рентабельность для производителей. В Беларуси пройдет неделя леса. Акция стартует 9 апреля. Специалисты уже приступили к подготовке земель. Самые популярные виды деревьев для восстановления массивов – сосна, ель, береза, ясень, клен и дуб. В экодвижении могут принять участие все желающие. Ежегодно в стране высаживают не менее 30 тысяч гектаров леса. Православные отмечают Благовещение – один из 12 главных христианских праздников, в которые церковь вспоминает важнейшие события евангельской истории – визит архангела Гавриила к Деве Марии, во время которого он сообщил ей, что она будет матерью Иисуса Христа, Сына Божьего. В храмах в этот день совершаются торжественные литургии. На пятницу в республике объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь, местами мокрый снег. Ночью и утром ожидается слабый туман, днем будет до плюс 13 градусов. Вирусный контент. Президентский спортклуб разыгрывает iPhone и PlayStation среди школьников 5-11 классов. Задача участников – потянуться на перекладине максимальное количество раз и запустить видео в Instagram с уникальным хэштегом. Кто уже успел собрать лайки, узнала Карина Гуревич. Больше, чем листать ленту Инстаграма, Кира Мирончик любит выполнять элементы на перекладине. Каждый день девочка проводит в гимнастическом зале минимум по 6 часов и готова дать фору любому мальчишке. Поэтому, когда услышала про конкурс, тут же схватилась за телефон. Классно еще между своими друзьями, сверстниками посоревноваться. Я всем друзьям посоветовала посоревноваться, потому что очень классная возможность получить приз так легко. Дотянуться до мечты и залететь в рекомендации предлагает президентский спортивный клуб. Школьники 5-9 классов могут побороться за Sony PlayStation 5, а 10-11 за iPhone 13 Pro. Все, что нужно, подтянуться на перекладине максимальное количество раз. Это можно сделать в школе, в тренажерном зале или на воркаут-площадке. Самое главное – заснять упражнение и запостить его в Instagram. Обязательно нужно указать аккаунт организаторов и поставить хэштег «Дотянись до мечты 2022». И, конечно, подписать публикацию – ведь страна должна знать своих спортсменов. На время проведения проекта аккаунт участника должен быть открыт. Еще одно важное условие – подписаться на официальную страницу президентского спортклуба. Заявки принимаются до 2 мая. Всего определят 6 победителей. Мы, конечно, не можем запретить компьютерные игры, телефоны. Это реалии современного мира, но мы можем показать, что они не мешают вести здоровый образ жизни. Мы каждый день получаем большое количество видео. Очень приятно, что и девочки активно принимают участие в нашем конкурсе. Как известно, у спорта нет возраста. Клуб запустил еще один проект – футбол для всех. Выиграть iPhone 13 может любой. Задача для самых ловких – непрерывно набивать мяч поочередно правой и левой ногой. Кто готов испытать себя? Дерзайте! Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Время выйти в офлайн. В Центре доп. Образования детей и молодежи прошел городской этап конкурса «ЮИТ». Здесь выступили 10 команд. Школьники соревновались в знаниях ПДД. Большинство показали лучший результат на теоретическом испытании. Ребята подготовили тематические костюмы и творческие номера. Цель данного мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и воспитание законопослушных граждан, а также приобщение к безопасному поведению на дороге. В программе оказание первой медицинской помощи. За слаженными действиями следил Красный Крест. По итогам конкурса лучшая команда представит Бобруйск на областном этапе. Он пройдет 15 апреля в Могилеве. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!